Архзащита Уфы решила привлечь внимание общественности к проблемам сохранения старинных домов при помощи флешмоба. Чтобы принять участие, необходимо сфотографироваться на фоне любимого здания и выложить снимок в соцсеть с хэштегом «Флешмоб обними дом Уфа». На фото предлагается признаться в любви к строению, обнять или создать кольцо из нескольких человек. Можно просто поклониться или как-то еще выразить свое теплое отношение к дому. Также организаторы советуют добавить пару слов об архитектурном объекте, объяснить, чем он дорог лично вам.